1 октября во всем мире отметили День пожилого человека. В этот праздник чествовали людей, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе и имеют колоссальный жизненный опыт. В этот день в городе прошло много разных мероприятий. Представители местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» посетили губкинцев, которые не смогли присутствовать на праздничных встречах, и вручили небольшие продуктовые наборы. 5 октября в России отметили главный праздник педагогического сообщества – День учителя. В Губкинском трудится около 500 работников образования, в их числе 233 педагога. Учитель сегодня не только источник знаний. Учитель – это и вдохновитель, наставник, друг, помощник, а порой и родитель для сотен наших детей. В октябре в Губкинском стартовала призывная комиссия. Более 200 человек в течение месяца проходили медицинскую комиссию. Губкинская молодежь в возрасте от 14 до 30 лет впервые приняла участие в мероприятии «Ямальская модель ООН». Участники встречи обсудили, как нормы международного права помогают разрешать современные проблемы. 18 октября 7 представителей активной молодежи примерили на себя роль руководителей администрации. В Губкинском прошел День дублера. Его инициировал молодежный совет при главе города. В течение одного рабочего дня дублеры проводили совещания, ознакомились с документацией, посещали планерки, заседания. В третью субботу октября отметили День губкинского предпринимателя. Этот праздник появился намного раньше, чем общероссийский. Впервые его отметили 13 лет назад. Сегодня в городе осуществляют деятельность около 500 малых и средних предприятий и более 900 индивидуальных предпринимателей. В октябре также подвели итоги конкурса «Лидер инноваций». В Губкинском он проводился в пятый раз. Было представлено 15 проектов, 6 из них были удостоены первого места в разных номинациях. Все победители получили дипломы участников и денежные призы. В конце октября в Губкинском впервые стартовал окружной фестиваль любительских театральных коллективов «Ямальская рампа». Свои спектакли показали 18 коллективов из 8 муниципалитетов округа. Первым спектаклем стала постановка театра «Ритм. Снежный городок», которая прошла на сцене Дворца культуры «Нефтяник». Также в октябре в Губкинском прошел открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Ямальские таланты». Его участниками стали ребята из Муравленко, Пурпе и Губкинского. На суд жюри они представили 130 номеров разного жанра. 30 из них были признаны лучшими и вошли в программу гала-концерта. По итогам конкурса фестиваля «Ямальские таланты» лауреатами третьей степени стали 9 участников, второй степени – 13, лауреатами первой степени – 21. Высшую награду гран-при фестиваля присвоили губкинскому дуэту Виктории Карамариновой и Алене Ростовой. В октябре в Новом Уренгое прошел турнир по танцевальному спорту «Старты сезона 2017». Бальные танцы включали в себя европейскую и латиноамериканскую программы. На паркете выступили 187 пар из газовой столицы округа – Сургута, Салехарда, Муравленко, Ноябрьска и Губкинского. Наш город представлял хореографический коллектив «Victory Dance». Ребята заняли 7 первых, 1 второе и 1 третье место.